Это груша. На ней вот таких пеньков. И вон там наверху торчит. Вон она. И сбоку вон тоже пенек. И половину я тут уже обрезала. Вот это моя обрезка. Вот обрезка. Ну, в общем, вот так делать не надо. Не знаю, тут солнце, вот. Это пенек. Вот он торчит. Плюс его замазали варом. Под этим варом, вот видно, прям дерево там просто мокнет. Ну и сразу видно, вот, вот эта ветка с этими крапинками. Это больная ветка. Вот болезнь, она сразу села сюда. Лучше обрезать ровно на кольцо. То есть вот он пенек. Сейчас. И его нужно вот так обрезать. Вот это правильно будет. Вот это вот все теперь надо убирать.